Мне бы, знаешь, эту броню, которую ты не продал, штаны, ботинки какие-нибудь с такой же брони, может даже шлем. Ох, какой огромный там колизей. Эль Прима уже стоит, ждет. Чего он там ждет? Ну Эль Прима побеждает, Эль Прима побеждает. Ну все, Леон, ты проиграл. Хорошо, я на него напал прямо так. Хорошо, оп, оп. Опа, победа! Фига себе, бота. Что? БО победил! Что? БО победил Шелик? Так, я не понял, что здесь происходит? Не надо, ребят, нужно успокоиться, нужно успокоиться! О-о-о-о, ребята, нужно успокоиться! А мы сейчас дисквалифицируем тебя... Шелик, успокойся, я же тебя дисквалифицирую навсегда из этого. Ладно, мне не интересно эта битва. У меня есть дела поважнее. Так, ладно, ну все, все, Феникс, она ушла. БО тоже дисквалифицирован. Да может не надо, БО дисквалифицирован. Он хорошо дрался, хорошо стрелял из лука, да, ребят? Давайте оставим. С кем драться-то будет? С кем драться на арене будет, если все будут дисквалифицированы? Он все-таки выиграл, да, ладно, хоть и нечестно немного БО, но ты, конечно, блин, решил подкупить, а от тебя такого не ожидал. Решил кошельком своим блеснуть, что ли, ну, БО, блин. Вот, ладно, чисто по-братски тебя поддержал, чтобы тебя оставили, понял? Да, все, все, да-да, он выиграл, да, БО, БО, оставляем, оставляем, оставляем БО, да, он же победил. Если он действительно слабак, то он сольется в следующих раундах. Так, ну что, давайте, БО, иди вставай сюда, да, на зеленую, получается, на... Так, кто у нас тут дерутся? Осталось 4 игрока, сейчас будут драться друг с другом. Так, это вроде Фрэнк зовут, этого Пока, Джи. И бро. Интересно. Интересно, кто же из них самый сильный? Вон. Че, Эль Прима, думаешь, что из них самый сильный, а? Думай, спасибо тебе, хоть мне что-нибудь. Но потом поговорим. Знаешь, у тебя в магазинчике. Ты, понятное дело, что ты самый сильный. Из этих 4 кто самый сильный, а? Так, кто нам дерется, дерутся. Джин и... Кто-то... Джин и Фрэнк дерутся. Нифига себе. Ну, Фрэнк прям здоровый. Мне кажется, Фрэнк размажет Джина. С Джином просто я уже дрался, я его победил. Но вот с Фрэнком, конечно, не дрался. Что, давай посмотрим. Давай посмотрим за их боем, Эль Прима. Фрэнк говорит, Фигер, почему Фрэнк? Ну что он здоровый, да, здоровый как орангутан, поэтому выиграет. Ну окей, ладно, давай посмотрим, что там будет сейчас. Джин, смотри, у Джина там хороший меч появился, лучше, чем был в прошлый раз вроде как. У Фрэнка какой-то топор прям огромный, нифига. Прям начинает драться, прям жесткая битва завернулась, нифига. Бам, боже, как он просто по земле ударил, там прям грохот был такой. Блин, прямо, он чем-то тебя напоминает, прям жесткий какой-то. Фух, ну понятно, Фрэнк победил, Фрэнк тогда в нашу зону встает, да, в зону победителей, а Джин в зону проигравших. Так, ну и остается последний, Фрэнк, да, остается последние двое, это кто у нас получается? Пока и Брок? Пока и Брок? Не, ну из них двоих, я думаю, ты что думаешь, что победит? Тут уже очевидно будет, не знаю. Что думаешь, Эль Прима? Брок, думаешь, победит? Я тоже думаю, Брок, потому что Брок, он все-таки оружейный мастер. Мне кажется, даже Брок может тебя победить, Фрэнк. О, да, Эль Прима, если постарается. У него какой-то супер крутой меч. Посмотри. Сейчас покажу, вон, смотри, светится просто. Сейчас вам покажу самый лучший меч в моем арсенале. Ты посмотри. Ты, конечно, сильный, но этот меч прям реально жесткий. Ты посмотри, он может разрубить твои кулаки. Реально круто. Он прямо светится, прямо отблеснул мне в глаза этим свечением. Ну все, у них началась битва. Началась битва, смотри. Но Брок, он как бы, он, знаете, он продавец оружия, но он, видимо, не оружейный мастер, плохо пвпшится. Больше ударов пропустил, но оружие у него было реально крутое, поэтому он выиграл. Так, ну что ж, господин судья, нас остается сколько получается победителей-то? Раз, два, три, четыре, четверо победителей. Так, ну только не... Так, пятеро, я же пятый еще получается. С кем же я буду пвпшиться? Не знаю. Блин, все сильные соперники. Все сильные. Как же мне быть? Я не знаю. Сложный выбор, конечно. Да, сложный выбор. Так, ну давайте. Ну, вы выбирайте. Выбирай, Феникс, выбирай, с кем будем попасться. Так, ну что, господи, давайте Фрэнк. О, Фрэнк, боже, неужели со мной? Неужели со мной? Нет, пожалуйста. Кто придет с Фрэнком? Кто? Эль Примо! Да, нифига себе, Эль Примо. Фух, главное, что не я. Фух, капец. Да, давай. Блин, я бы на самом деле против Брока был или против Боу попасился. Хорошо, что я толстый с ними двумя. Потому что, мне кажется, это два самых слабых противника из тех, кто остался. Вот. Один плохо дерется, который на Броке, а который Бо. Так, что там происходит? Так, Бо, он из лука стреляет, можно и вернуться. Но хотя от него вернуться будет, наверное, тяжело. Так, хорошо. Один, два, три. Так, все, началась битва. Фрэнк, почему-то, Прима, тебе конец. Начинается битва. Бам. Что? Ну как с ним драться? Он даже Фрэнка прикончил с двух... Не, ну это Unreal, ну нахрен, ну тут вообще без вариантов, да. Ну, Эль Прима, мне кажется, выиграет сегодняшним дизайном, он прям самый сильный. Так, хорошо, а нет, куда Бо встаешь? Мы-то еще это, мы уже все, мы уже не на зеленом, мы теперь в центре стоим, а не на зеленом. Так, кто же дальше пвпшится, так, кто же дальше... Эль Прима, ты стоишь на зеленом, не-не-не, Эль Прима, ты уже все, ты уже финал прошел. Финальные биты, так. Ну что, выбирай, Ворон, с кем будем пвпшиться, да, с кем, с кем, с Бо, можно было бы, конечно, пвпшиться. Значок, я.
с кем? Так, так, хочешь, я просто спросил, ты пойдешь? Ну все, я пойду, все хорошо. С кем из них двоих? И Брок. А, Брок, будет сложно, конечно, но главное уворачиваться от его ударов, да, чтобы он не попадал. Так, ну все, отлично. Пойду в ту часть угла. Эх, опасно с Броком попасть, у него такой меч, эх. А, Брок, ты будешь заходить? О, зашел. Главное уворачиваться от его ударов. Еще можно будет переждать, где-нибудь отбежать и поесть. Блин, какой у него меч, прям жесткий, ты посмотри, прям нереально. Давай. Так, уже все кричат, начали, все, нужно бежать. Так, опа. Так, хорошо, первый удар упал. Ух, увернулся от него, он мне не попал. Так. Да, боже мой, он тоже уворотливо бегает. То ли он пытается... Опа, хорошо. Опа, боже мой! Ху-ху-ху, на последнем издыхании. Фух, было близко, ё-моё, победа! Да, Брок, прости, Брок. Не повезло. Фу, а что сейчас делать? Остается последний бо. Он что, просто проходит дальше? Это же будет странно. Так, а что в итоге? Что делать-то с этим? Господин судья, Феникс, как же бо-то? Он что, просто это... Не, ну я не против, если бы вы дисквалифицировали, вы бы остались бы с Эль Примом, меня выиграл, я был бы топ-1, топ-2, вернее. Так, Феникс, ему надо подумать, Фрэнк против БО. У Фрэнка был слишком жесткий противник, 10-кратный чемпион. Ну, а так-то несправедливо по отношению к Броку. Так, ну что же, получается, БО и Фрэнк будут драться? Нифига себе. Ну ладно, да, посмотрим. То есть Фрэнк еще может вернуться? Эх, Брок, не расстраивайся, это несправедливо по отношению к тебе. Ну, ты дрался против новичка все-таки, новичка, понимаешь? Так. Еще где Фрэнк? Хороший бой. Ну, блин, интересно, кто же победит, мышцы или стрельба из лука, а? Вот, я не знаю, но интересно будет посмотреть. Так, ну что там, Феникс за этот счет? 1, 2, 3, все. Битва. Давайте. Опа. Босс стреляет. Ну, что-то плохо попадает. Фрэнк для своей массы очень хорошо уворачивается. Но он подошел вплотную, и здесь уже БО не промахивается. Здесь уже, ну ладно, промахивается, конечно. Но уже не так жестко. Смотри, он в углу стоит и просто стреливается. Так он старается. Ой-ой-ой-ой-ой. Фрэнк все-таки побеждает. Нифига себе. Ну все, у нас остается трое. Да, он говорил. Ну, я так понимаю, сейчас мистер Феникс будем драться таким образом. Да, типа сначала один с кем-то, потом один с другим. Потом битва за второе, третье место, правильно? То есть все друг с другом по разу подерутся, да? Ох, ну я думаю, можно просто Эль Прима отдать первое место, и мы с Фрэнком просто забатлимся, и кто из нас выиграет второе и третье, да? Типа, ну просто с Эль Прима драться, это как бы бессмысленно, по-моему, нас вырубит. Ну ладно, хорошо. Я могу пойти с Эль Примом первым, господин судья, мы, в принципе, не против. С Эль Примом подраться. Ну, типа, вдруг выиграем, я не уверен. Ну ладно, я готов. С Эль Прима, да, давайте. С Эль Примом пойду. Пойдем, просто потому что Эль Прима, меня просит Эль Прима все-таки. Мой брат, как бы, да, брат Эль Прима, да, вот, как бы, да, типа, все, не жалко с тобой заплупать, даже ты просишь, как бы, да, блин, сложно, конечно, будет, там вообще капец, там, столько он выдает с одного удара, он прямо гору может снести с одного удара. Так, ну что ж, давайте, 1, 2, 3, Эль Примо, так, аккуратно, так, охренеть, что это за удар такой был? Ах, ё-моё. Не, ну это прям нереально. Я не знаю, как с ним драться. Это просто, ну это машина до убийства просто. Нужно более крутой броневой кушель. Мне кажется, вот с броневой кушелем можно с ним дольше тягаться. Так же легко. Ну Эль Прима, конечно, капец. Накачался бицепса. Ну все, теперь ты, Фрэнк, иди с Эль Прима делись. Давай, иди. Чтобы все поняли, что Эль Прима самый сильный. Давай, все, поделись с ним. Лучше бы я с Эль Прима, Бог говорит. Ну, Бог, кстати, на самом деле мог бы, наверное. Кстати, Бог мог бы Эль Прима вынести. Действительно, у него желудок. Не повезло, блин, нам надо было, чтобы Бо против Эль Прима с самого начала подрался. А, у них там уже битва идет. Нифига я прозевал. Чего? Что? Мне кажется, после боя со мной это был немного расслаблен. Нифига. Фрэнк победил? Фрэнк побеждает? Как так-то? Нифига себе, Фрэнк победил, вот это да. Ну все, по-моему, значит, тут все, ну, значит, я сейчас с Фрэнком дерусь, получается. А если я его выиграю, то это что будет? 1-1-1-1-1, то есть ничья, что ли, или что? Капец, как он это сделал? Ну это нереально. Ладно, Фрэнк, пойдем задуэлимся, что? Погнали, открывай. Как он это сделал? Как у него это получилось? Он завалил самого Эль Примуса. Так, ладно, я не знаю, получится ли у меня его завалить, надеюсь, получится. Что там, отчет будет, господин судья? 1, 2, 3... Так, ну что ж, нужно завалить. Блин, как он его убил? Капец, у него топор жесткий. Ах, там по земле прям жестко бьет. Ох, тварь. О, не, ну без шансов. Ну все, я, получается, третье место. Эль Прима второе. И Фрэнк первое место. Так, и сколько мы получаем кубков? А, за четвертое и пятое еще чуваки получают кубки. Да, ну там четвертое получается БО, а пятое Брок. А, ну, Эль Прима, видишь, в этом раунде ты занял всего лишь второе место. А, Эль Прима, все, видишь, не все так просто. Так, ну все, вы давайте нам кубки. Или что, а, вы сюда, наверное, засчитаете? Хоть один новый победитель. Ну, Леон, он же еще не победил, это еще только
только первый раунд, то есть первая битва только завершена. Сейчас еще будет 3 на 3 и шутдаун. Ты понимаешь, 3 на 3 шутдаун. Но они, наверное, быстрее придут, потому что там больше игроков сразу участвует. Фух, ну что? Эль Прима, как так, брат? Как так? Ты что, мало молока пил сегодня с утра? А? Молочко надо было попить. Надо было стейк огромный съесть. Огромный стейк из двух роботов. Вот, навертили из робота съесть огромный стейк. Я думаю, тогда бы ты точно бы это. Ну, типа, был бы готов, устал просто. Ну ты, братик, не расстраивайся. Еще две битвы, думаю, еще сможешь выиграть. Так, что ты там делаешь? О, Феникс закончил? Феникс закончил, а ты смотрим, что тут у нас. Ага, значит, вот у Фрэнка 10 кубков, у Эль Прима 8 кубков, у меня 7 кубков, у Боя 6 кубков и у Брока 5. Ну, блин, ну, вот точно. Хорошо, так, кто будет, тут что дальше-то? Так, ну, нужен Фрэнк. Что, Фрэнк подходит? Фрэнк, подойди, что там? Что ты такое ему дал? Ага, нифига себе, кубки? А мне кубки? Я тоже кубки заслужил, мне кажется, да? У меня только там 7 кубков, ого. Так, смотри, он тоже дает Эль Примусу, теперь кубки дает, нифига себе. Ну, ребят, тоже, наверное, кубки есть. У меня это будут мои первые кубки, мои первые 7 кубков. Так, мне тоже давай 7 кубков, я заслужил свои 7 кубков, давай. Да, для первого раза сразу третьего места, но это пока только не финалочка, это только даже не то, что полуфинал. Так, дальше что у нас? У Бо 6 кубков, а у Брока 4 кубка. Ну, неплохо. Так, хорошо. Брок, твои 4 кубка. Так, сейчас у нас что будет? Битва 3 на 3 или же этот шутдаун, как он там называется? Шутдаун, так понимаю, будет на этой карте. Ладно, пока не буду смотреть. Интересно. Всем понятно, что просто подался. Эль Прима, ты решил просто поддаться, да, своему другу Фрэнку? Из уважения, что он такой накачанный и у него такая бицу. Ну, он тогда раз в два больше, чем ты. Слышишь, Эль Прима? Ну, смотри, ну я в тебя верю, брат, я в тебя верю. Знаешь, что ты самый сильный. Так, хорошо. Феникс, мы слушаем тебя, да, что такое, Феникс? Что? Сейчас у нас что, дальше? Сейчас будет битва 3 на 3. 3 на 3 битва, нифига себе, интересно. Захват кристаллов, да, будет сейчас? Так, хорошо. И что, кто с кем? Давай же, Феникс, распределяй нас по командам. Тут будет легкотня, говорит Эль Прима. Ну, он в прошлый раз так говорил, так. Ты с боем, Эль Прима. О, нифига себе, Эль Прима. Ну, все, это изи вин. Эль Прима, брат, мы с тобой. Эль Прима, Брок вместе с Фрэнком и Ворон. Блин, там Брок, Фрэнк и Ворон. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, чуваки, ну что, я понимаю, но нужно, видимо, на свою точку. А где? Так, мы идем за тобой. А, вот вы трое. А, мы трое. Или они трое? Давайте мы трое подойдем. Вставайте сюда. Мы встали сюда, хорошо. Так, Эль Примус, ты здесь, да? А те трое куда? На другую сторону, что ли? Нифига себе. Ой, там прямо жесткая карта. Прям вижу отсюда, там прям нормально. Ну чё, Феникс, другая команда на противоположную сторону. О, на противоположную сторону стоит, ребят. Видели, да? Видали на противоположную. Буду в кустах. Как? Что? Блин, Эль Прима, что ты такое говоришь? Так, что они там, встали эти противники или нет? Не знаю, ладно, пока стоим за стеной, чуваки. Стоим пока за стеной. Феникс, ну чё там? Они уже встали? Так, правила все помнят. Какие правила? А, 10 кристаллов собрать, ну я понял. Так, ребят, ну что-то собирал кристаллы, кто не идет вперед. Наверное, я буду кристаллы собирать в нашей команде. Так, Бо, ты прикрывай. Ну, Эль Прима, делай, что хочешь. Главное, Эль Прима, твоя задача, короче, Фрэнка на себя брать, понял? Фрэнка, просто вали Фрэнка постоянно, понял? Самое главное, Фрэнка сдирать. Там остальные не такие сильные, как Фрэнк. Фрэнк сейчас так-то очень опасный противник. Все хорошо. Давайте. А что-то пошел, давайте. 3, 2, 1. Побежали, кристаллы. Нужно забрать кристалл. Еще не заспавнились? Тут сразу же Фрэнк. Так, давай, валим их, валим. Валим его. Давай. Опа, я, кажется, один кристалл подобрал все-таки. Так, хорошо. Это ворон, он сейчас меня кристалл выбит. Прикрывай, Бо. Так, хорошо. Ай-яй, ворон опасно. Так, у меня один кристалл есть, а что там? Собирают наши кристаллы, ты посмотри на них. Так, хорошо. Так, по Броку ударил разочек, хорошо, еще разочек. Так, еще кристалл забираю, у меня уже два кристалла, отлично. На меня напал, ворон на меня напал, быстрее. Тут еще и Фрэнк бегает. Бо, ты что по мне-то стрельнул? Эх, дурачок, а. По мне упал. Ух ты, нифига себе. Там ворон летает, охренеть. Это вообще нечестно, что за полеты. Нужна авиакомпания его закрыть. Так, давай, Бо, давай, валим. Ой, я, кажется, случайно поставил Бо. Ну, ничего страшного, сейчас этого ворона добью. С него гем выпали. У него было 3 гема. У Фрэнка уже 10 гемов. Нужно его убивать, сейчас уже пойдет обратный отчет. Нужно Фрэнка валить. О, у меня тоже 10, у меня 16 гемов. Давай отчет. 16, у меня больше, чем 10. Ай-яй-яй-яй, опасно. По кустам. Меня здесь не должны видеть. Ай-яй-яй. 3, 2, 1. Все, победа. Все, стоять. А у меня уже убили после обеды. Меня ворон убил после обеды. Это нечестно. Фу, боже мой. И мы выиграли. Да, там Феникс считал 3, 2, 1. Все, победа за нами. Да, наша команда победила. У меня вот
16, блин, еще и после моего убийства. Уже 18, нифига себе. Так, ну, я так понимаю, кристаллы нужно вам отдать? Феникс, где Феникс находится? Все выходим с арены, все, мы вышли с арены, да. Феникс, ну что, вот ваши гемы, заберите, у меня 18 штук. У нас явно было больше, чем у вражеской команды, мы тут явно победили, Что скажешь? Ну, было жесткое замесиво, берем жесткое. А где еще? У Фрэнка там было дофига тоже гемов, штук 10. А давайте, Ой, это не гемы, тьфу, эти кристаллы, почему я их называл гемами? Я дебил, а? Я дебил. Так, ну что, остальные, так понимаю, дерутся с проигравшими? Так, то есть получается, сейчас заново замечаете команду, вы... Мистер Феникс, забалансите, наверное. Так, мы тогда уже победители, получается, Эль Прима, я и Бо. А остальные сколько их там? А их как раз, шестеро, смотри, как раз шестеро, сейчас они распределятся. Ну вы там, Феникс, как-нибудь распределите их так. Так, сколько их тут? Раз, два, три. Ну тут надо все честно, ну, наверное, Брока и Фрэнка в одну команду запихивать нельзя. Так, что, может вам подсказать Феникс? Вы или сами решите? Нет, решайте сами, господин судья. Я просто спросил. Просто поинтересовал, ты еще будешь мне доказывать. Не-не-не, все, решайте команды. Блин, ты прикинь, накинулся на меня этот Феникс, накинулся. Так, что у них там? Команда первая, Брок, Джин и Ворон. А вторая команда кто? Ну, вторая, похоже, чем Ворон. Ну, да-да, он-то... Я к нему прям пока подошел, прикинь, так близко подошел, да? Прямо вот у меня подгорело, вот смотри, волосы на руке подгорели, посмотри, офигеть, да? Мне кажется, если он тебя обнимет, то ты можешь остаться без части тела. Да-да-да, так, ну что, пойдемте на смотровую площадку, ребят, пойдем смотреть за ними. Ну, я тебе не советовал, Эльприма, можешь обжечься. Так, сейчас узнаем, кто из них победит. Сейчас будет интересно посмотреть за их битвой, а? Так, команда номер два на противоположную. Нифига себе там у них жесткая, так, Интересно, Брок что-то бегает по карте, изучает. Отсюда, кстати, можно изучить вон ту арену, на которой мы будем драться дальше. Интересно. Там уже будет последняя битва, да. Все готовы? Прикрой, зачем прикрыть? Что такое? Что там хочешь? Так, Эльприма, да. Так, ну что, Феникс, а вот это уже что-то идет? 3, 2, 1. Все, началась битва. Убегают пацаны, смотри, просто сейчас взрыва начнется. Ворон взлетает над картой. На твоем бой забегает в Брока в спину, смотри, начинает Брока валить. Нифига, там прям взрыва жесткая. Давай, Сердем, давай отойдем, что такое, Эльприма, что? Что случилось, брат? Капец, там у них... Давай, просто я смотрел рядом, там много кустов, сундуков и воды. Можно будет прятаться. Ну, будем прятаться, значит, бро. Посмотри, какая битва жесткая. Так, Джин забрал себе какой-то кристалл. Я видел там, ну, жестко. Прям, ну, не прям какой-то рубило. Они даже не прячутся, ничего, они просто рубятся. Вот, так, мне кажется, ошибочная тактика, если чисто игра будет на рандом. Тянут, вот, кстати, Фрэнк нормально так накидывает. Потихонечку, удар за ударом. Неплохо. Ты болеешь за правую команду, Бо? Ну, вообще, левая команда тоже может победить. В правой команде, конечно, хороший меч. Смотрите-ка, там и Ворона еще своими подлетаниями, но Фрэнк, это, конечно, жопа. Так, тут на Леона напали, прям вдвоем, такие жесткие пацаны. Так, вот, у Фрэнка уже 10, что? Как у Фрэнка может быть 10? Вот даже, а где он? Я даже его не вижу. Он на базе стоял и говорит 10. Стоп, а у Брока это 19. Как ты остановил-то, Феникс? Нужно продолжать игру, если у Брока 19. Нужно проверить карманы. Джин говорит, у меня 15. А почему они об этом не говорили-то? Фрэнк, у меня 14, у Джина 15, Леон 15, Ворон говорит 21. А как они стоят, получают дальше, смотрите, они стоят там на месте и получают их дальше. Так, ну первый заявил, кто у них. Фрэнк сказал, что у него 10. Начался отчет, потом... отчет закончился, Брок не успел сказать, что 19, там 1, 2, 3 уже было. Там, конечно, Феникс сказал, что стоп. Но по факту получается этот... дисквалифицировать. А что, кого? Фрэнка дисквалифицировать? А откуда у него вообще могло бы 10? Он вот там он стоял. Вот здесь вот стоит Фрэнк, да, видите, здесь стоит. И говорит, у меня 10 ни с того ни с сего, да. Когда Ворон в это время был на центре, был Брок, и может он судью подкупил. Так, я не понял, Феникс, что за дела у вас происходят в государстве здесь, что-то такое? Запутанная ситуация. Ну, я думаю, что вообще команда Брока победила. Фрэнк, мне кажется, мухлюет. Он в прошлый раз, когда против нас сыграл, тоже мухлевал. Тоже говорил, 10, хотя у него не было 10. У Брока вообще 19 было, блин, я не знаю. Ну, короче, судья, решайте сами этот спор. Вот, мы пойдем, наверное, отдохнем, да, Эль Прима, да, пойдем поговорим. Так, ну что, значит, сундуков говоришь много, да? А что в этих сундуках? Там какие-то полезные ништяки, да, можно найти? Не видел? Блин, я думал, ты их осмотрел. Ну, я думал, ты как-нибудь там заглянул. Поддел их удочкой какой-нибудь. Вот, ну хотя куда-то интересную удочку мог бы только засунуть-то, ладно. Ну что, ждем, пока они там решут все свои дела, да, можно отдохнуть. О, боже мой, когда все эти споры решатся? Ну что вы там не можете решить? Так, и что в итоге решаем-то, судья, что решаем? Так, сейчас вытянем жеребий. А, что, жеребий будут тянуть? Что-то странное. Так что
сейчас за жребий, так что у них там происходит, какие-то недовольные лица, прям смотрите, они очень недовольны. Я был первый, Фрэнк прям очень сильно возмущается. Там какие-то что-то про жребий говорят, слышишь, этот Эль Приму, что-то про жребий они говорят. Фенек забрал, убежал на базу. Тут очевидно, что Фрэнк, вы победили, странно, я был первый. Смотри, у них как-то там потасовка начинается жесткая, это... Фрэнк выиграл, что? Капец, они там и смотри, офигеть, они начали с какого-то заруба! Так зачем? Судью даже бьют, офигеть, судью избивают, смотри! Офигеть, они Феникса завалили, ты видел, Эль Прима, что происходит? Жесть какая-то!